Хорошо. Больше времени на репетицию останется. Но ведь Париж. И что? Автобус только через час. Сейчас у нас с тобой по расписанию персональное занятие. Идем. Внимание! Значит, сейчас начнется суматоха с заселением. У меня убедительная просьба. Никому не теряться. А если что, встречаемся в Эйфелевой башне. Надеюсь, дорогу сохраняем. Астахов, угомонись! Никакой Эйфелевой башни. Все встречаемся здесь. Вот в этом автобусе. Он будет нас ждать через полчаса. Все. Дорогая моя, ну как это куда? Вот что у нас по расписанию? А представь, да? Уроки давно уже закончились. Да. Мы должны быть доставлены сами. Тихо. Это в Москве 5 часов. В Париже 3 часа. Через час 4 часа у нас занятие, совместное занятие с французской группой. Но зато после занятия у вас свободное время. Угу, свободное. Да, знаем. Что-нибудь опять придумаете? Нет, я ничего не придумаю, потому что меня с вами не будет.
Подожди, это ведь совсем не то, что было. Ну, конечно, были наброски, эскизы. А это уже окончательный вариант. Что это значит, окончательный вариант? Вы что, хотите, чтобы я вот это вот показал Андрею Сергеевичу? Конечно. По-вашему, это балет? Да, это настоящий неподдельный балет. Я не понимаю, вы зачем вот это сделали? Я же вам сказал, нас все устраивает. Но меня то не устраивало. Меня не устраивает? Вот это! Верните все, как было! Ну, ты что, я не собираюсь. Значит так, в таком случае, верните аванс! Зачем ты вообще за это взялся, Игорь? Тебе что, больше всех надо? Спишь с балериной, спи, но не смешивай одно с другим. Заткнись. Как ты мне надоел. Я тебе сказал, эта работа больше не твоя. Да делайте, что хотите. Я это все равно издам. Обычно наши ученицы занимаются по 6 часов в день. Насколько я знаю, вы только что приехали в Париж, а ваши девочки уже танцуют. Они должны чувствовать себя очень уставшими. Да, конечно. Но у нас есть выражение «с корабля на бал». А для моих воспитанниц танец – это счастье. И поэтому они танцуют с удовольствием. И, вероятно, именно поэтому не чувствуют усталости. Ну что ж, спасибо большое. Удачи вам всем. До свидания. Спасибо большое. Ты куда намылилась, милая моя? А? Ты что думаешь, в Париж на экскурсию приехала? Экскурсия для Корды, а у тебя 25-го премьера. Очень хорошо, что ты умеешь злиться. И если б не твоя злость, я бы на тебя даже внимания не обратила. Вставай, работаем. Устала? Злись. Если хочешь чего-то добиться, нужно быть сильным. Я знаю, ты меня сейчас ненавидишь. Ничего. Потом, когда поймешь, будешь благодарить. Ничего, потерпи. Уже немножко осталось. Скоро отдохнешь. Что со мной, сестренка? Я должна ее ненавидеть, а вместо этого общаюсь с ней как с лучшей подругой. Я стала смотреть на нее другими глазами.
и, кажется, многое про нее поняла. Почему я не сошлась с кем-нибудь из девчонок? Но с кем? Таких чистых, как Светка. Таких отчаянных, как Илья. Таких упрямых, как Титова. Среди них нет. Наталья стала для меня здесь самым близким человеком. Ты знаешь, Зойка, мне хочется походить на нее. Bonjour Natalia, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour Yula. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, comment se passe ce séjour à Paris? Très très bien, magnifiquement. Je suis très contente. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, moi aussi. Bon, et Yula, je crois que c'est la première fois que vous venez à Paris. Comment est-ce que vous trouvez la ville? Monsieur Vélez, спрашивает, ты первый раз в Париже? Да. Как тебе нравится город? Очень нравится. Вот и закончились наши парижские гастроли. В последний день мы поехали с Натальей на встречу с французскими продюсерами. Я видела их на наших спектаклях, они приходили за кулисы поздравить после выступления. Гастроли прошли успешно, так что Наталья осталась довольна. Хотя расслабляться она не дает, спектакль в большом на носу. Знаешь, сестренка, я, наверное, впервые почувствовала, насколько я люблю балет. Сейчас мне трудно представить, как бы я жила без этого ежедневного урока, без репетиций, без сцены. Наверное, это потому, что я почувствовала, у меня по-настоящему получается. Ты знаешь, Зойка, это заслуга Натальи. Это она открыла мне профессию, как Игорь открыл мне обычную жизнь. И теперь я не знаю, какая жизнь для меня важнее. Тебе работать в его театре. С тобой был заключен контракт на 3 года с денежным вознаграждением в размере 100 миллионов.
100 тысяч евро в год. Сама. Что ты думаешь об этом предложении? А почему именно со мной? А с кем еще ты предлагаешь? Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Vous avez добавляет, что естественно, что во время твоего пребывания в Париже театр будет оплачивать тебе квартиру, и в твоем распоряжении будет автомобиль. Какие-то... Ты согласна работать на этих условиях? Ты хотела бы танцевать здесь? Ну-ну, пойди туда, медленно. Должна ли я перевести, что... Даришь мне себе за это предложение и считаешь нужно вернуться к этому разговору через год, я правильно поняла? Да. Elle me répond qu'il vous remercie de tout son cœur pour cette très très belle proposition. Чаще кажется, мы не сможем быть вместе. По крайней мере, сейчас. Если б ты знала, как трудно сделать выбор. Не жалеешь, что не осталась в Париже? Я, честно говоря, боялась, что когда ты увидишь контракт, забудешь и о большом, и обо всем на свете. Я просто подумала, что если они пригласили меня сейчас, то они пригласят меня и через год. Это правда. Покупать девочку из училища и балерину из большого – разные вещи. Я поменяла тебе билет. Полетишь через Японию. Оттуда рейс на Хабаровск. 20-го будешь в Москве, поняла? Да, поняла. Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Спасибо вам огромное. Дома давно не была? Да, уже почти 8 лет. 8 лет? Когда я начинала работать в театре, я маму не видела 3 года. Всего 1.5 часа на самолете. Времени не хватало, сейчас тоже не хватает. Жалею. Если хочешь состояться, придется забыть о многом, о себе, о маме, о близких. Очень может быть, что близкие перестанут тебя понимать. Что еще хуже, может быть, перестанут любить. Любить вообще будут немногие. Очень тяжело сначала, потом привыкаешь, это еще хуже. Жалею. Я так не хочу. Не хочу. А танцуешь вместо лучшей подружки, ничего. У Титовой в больнице вообще ни разу не было, правда? Времени не хватает, да? Домой-то хочется? Да, очень хочется.
покажешь, похвастаешься. Надеюсь, голова не закружится. Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Пожалуйста. Я тут твои письма читаю. Ты как на ромашке гадаешь. То любишь, то не любишь. Ты хоть разберись. Эх, Зойка, если б в жизни все так легко было. Хочешь — люби, хочешь — не люби. Я ведь раздвоиться не могу. И с ним хочу быть, но балет держит. Все время на уроках о нем думаю. А мне работать надо, ни о чем не думать. А помнишь, мы с тобой купаться на перекатах ходили? Бежишь против течения, и все на месте. И чтобы хоть на метр сдвинуться, надо все силы отдать. Теперь там по колено. Юля, Юля, а ты скажи, в самом деле это все видела? Или так купила? Она видела фотографии, не открытки. Юль, ребенок интересуется, ты башню в дырочку-то видела? Да. Какую дырочку-то? Да не в дырочку, а башню, в дырочку, Юль! Мара, подожди ты об этой башне, Юль, ты лучше расскажи. А Жан-Маре ты там видела, а? Жан-Маре? Ну расскажи нам. Да Париж, знаете, какой большой, он же как Москва. Юль, а что Москва-то? Стоит златоглавая? Зачем тебе Москва, дед? Тебе с ее куполов золото-то не отколупают. Юль, ты скажи лучше. Правда, что народное звание не присвоит, если пяти мужей не было? Ну чё вы, я же слыхал. А чё там просто сидим-то, видите? Есть там чего? Мой, ты там напился, паразит? Специально взять меня сел. Ты что ты делаешь? Да брось ты. Не маленькая я уже. Я уже работаю. Где? На швейной. В райсовете. А школа? Вечернюю закончу, а осенью замуж пойду. За кого? Вон сидит. Ты что ты делаешь? С ума сошла? Не пьющих, что ли, нет? Ничего. Месяц ему всего остался. Пусть отрывается. И здесь пусть отрывается. Ну и что, что месяц до армии остался? Да какой армии? Ты что, моего письма не получала? Ты ж прямо из Парижа. Свадьба у нас
Через месяц. Какая свадьба? Ты что же, моего ребеночка без отца оставить хочешь? Ты куда? Я пройдусь. Здравствуй, дочка. Чего надо? Чего надо? На старшую вот пришел поглядеть. Имею право-то? Не имеешь. Давай вали к своей бухгалтерше. Ты что такая суровая-то? 100 лет прошло, а ты все помнишь? Вали, я сказала. Не приходи больше. Все равно ничего не выйдет. Ну, не позор перед людьми-то. Не пущу. Уходи. А то сейчас возьму полено. На всю жизнь опозоришься. И кого ты у нас такая уродилась-то, а? Дочка, как у вас там в постановках-то, а? Браво? Браво, Юлька. Только ты за всех-то не говори, дочка. Ты-то уедешь, там будешь. Они здесь останутся. Они ж мои, Юлька. Да и ты моя, дочка. Юль! Ты зря так. Он уже 2 года с нами. Мать тебе сказать боялась. Мы бы без него не прожили. Он специально к соседям ушел, чтобы праздник не портить. Простили, значит. Оттуда выгнали, а здесь пожалели. Ладно тебе, Юлька. Не лезь. Как бы мы без него? Так, 3 бабы. Мой ребенок сейчас расскажет анекдот. Слон обвалялся в муке, подходит к зеркалу и говорит: какой большой пельмень. Молодец. Знаешь что, ты в Хабаровск не просись. Если в Москве оставят, оставайся. А мы к тебе приезжать будем, когда сможем. Сколько там времени? Поеду завтра. Ты же через 3 дня собирался. Премьера скоро, работать надо.
Ну ладно. Ничего, что я тебя уплотнила. Наоборот, спасибо. Я должна сказать тебе одну вещь, только пообещай, что ты не наделаешь глупостей. Он ждет тебя у ворот. Из разных миров, Игорь. Мы просто коснулись друг друга, и все. Хорошо, я готов ждать. Но что мне делать-то? Могу в осветители к вам пойти? Или в декораторы? Не надо, прошу. Не приходи больше. Просто забудь, ладно? Не смогу. Я все равно не выйду к тебе. Я не верю. Все в порядке? Да. Ну что, дождалась-то своего часа. С премьерой тебя. Спасибо. Ой, иди, иди, иди. Завтра мой самолет. Путь на воде никуда исчезал, по глубокой реке. Не смотри, как я ухожу, мы с тобою в реальном сне.
Между нами поле купавниц, и печаль в нем сгорит, как в огне, в огне. Больно сердце мое, тяжким камнем легла. Дай мне силы, Господь, пробудиться от сна. Время быстро летит, исчезают года. Но тех звездных ночей не забыть никогда. Не смотри, как я ухожу, мы с тобою в реальном сне. Между нами поле купавниц, и печаль в нем сгорит, как в огне, в огне.